пунктах шиномонтажа сейчас горячая пора. Специалисты только одной станции ТО в Коряжме меняют за смену 200 колес. Чтобы переобуть авто, сегодня нужно простоять в очереди несколько часов. Если времени нет, выход только один – стать на время пешеходом. Ключи оставляешь, машину оставляешь, а они тебе делают, потом забираешь. По статистике, только треть водителей вовремя меняет шины. Остальные сильно рискуют. При отрицательных температурах летняя резина становится жесткой и неэластичной. Экстренно затормозить в случае опасности не получится. За минувшую неделю на дорогах Котласа и района произошло 49 ДТП. 7 человек получили различные травмы, в том числе 6-летний пассажир пятнашки. Машина улетела со скользкой дороги 22 октября. За содержанием дорог в городе отвечает муниципальная служба благоустройства. Готовность к снегопадам и гололеду высокая. На предстоящий сезон заготовлено свыше 4,5 тонн пескосоляной смеси. Подсыпка пескосоляной смесью в городе уже осуществляется. В первую очередь это подсыпаются перекрестки, пешеходные переходы, автобусные подъезды к автобусным остановкам и также опасные повороты. По информации управления городского хозяйства, техника службы благоустройства готова на 95%. Два грейдера и пескоразбрасыватель пока находятся в ремонте, но в ближайшее время и они заступят на вахту.